Добрый день, и мы, как всегда, говорим о нашем городском хозяйстве. Заканчивается год, это календарный, заканчивается это рабочий год, и мы обязательно это подведем итоги этого года, сделаем это немного позже, и тем более нам есть что сказать и есть о чем поговорить. Сегодня же хотелось вернуться к нашим текущим, это рабочим моментом, то, о чем, может быть, даже было немного забыто и не уделили должного внимания в этом году, и тем не менее, как и обещали, эти работы мы начали и ведем достаточно активно. А именно хотелось бы сказать о Дюковском парке. После долгих переговоров с арендатором парка уже определили четкую дорожную карту, мы это понимаем, как будет вестись реконструкция парка, что там будет сделано в этом парке. И первый этап уже начнет осуществляться буквально в начале 2022 года. Будет установлен забор вокруг парка и также возле обоих водоемов будет наведен этот порядок. В дальнейшем мы опубликуем визуализацию, и жители города смогут увидеть, что же будет в Дюковском парке. Помимо того, что будет делаться на территории парка, конечно же, возле парка также ведутся активные работы. На разделительной на улице Балковской были высажены белые акации с обеих сторон, мы об этом уже говорили. Также между этими белыми акациями мы в дальнейшем сделаем велодорожку. Сам Дюковский парк после реконструкции, аллея из белых акаций, территория возле парка, новая велодорожка. Безусловно, все это сделает эту часть города, этот район только ярче. И уверен, это также станет визитной карточкой нашего города. Тем более Дюковский парк один из самых старых парков в городе. И развивая тему зеленых насаждений и белых акаций, напоминаю, что у нас вот уже подходит к концу акция «1000 белых акаций», хотя мы уже перевыполнили план, уже высажено больше 1000 единиц, и мы не останавливаемся. То есть высадка будет еще на следующей неделе, пока позволяют погодные условия. То есть действительно акцию это поддержали очень многие жители города, как и бизнес в целом. И в городе уже сейчас 1040 белых акаций высажено, и еще это не предел. То есть мы еще высадим это порядка 100 деревьев. На завершение хотелось бы сказать, что за окном уже зима, декабрь месяц, и уже со следующей недели возможно снижение температуры и первый снег. Будут осадки в виде дождя, возможно, в виде снега. Мы к этому готовы, коммунальщики готовы. Хотелось бы напомнить жителям города, если кто-то еще не поменял летнюю резину на зимнюю, меняйте. И в случае снега, первых осадков, гололеда, без лишней необходимости не выезжайте из дома. На этом на сегодня, наверное, все. Как всегда, увидимся через неделю и уже начинаем подводить итоги года.